В Новый год всегда ждешь чудес. Знаете, они происходят. Сегодня я нашел свой второй носок, который потерял в прошлом году. Пусть он порадуется. А пока я расскажу вам о настоящем чуде, которое произошло с нашим следующим героем. Да-да, наш герой живет в трогательном зоопарке. И сейчас мы с ним познакомимся. Наша обезьянка, как и любой малыш, в этом году написал письмо Деду Морозу. Просит принести в подарок ему корзину бананов. Но случилось так, что злая волшебница Угрюмка эту корзину украла, дабы не наступил Новый год. Это сюжет новогоднего представления в трогательном зоопарке. И он не совсем сказочный. Зверек действительно любит бананы, а Новый год для этой обезьянки на самом деле мог не наступить. Но произошло чудесное спасение. В одном из питомников Подмосковья в семье Бельчик Саймири родился долгожданный малыш. Но случилось так, что когда ему исполнилось месяц, его мать погибла. Владельцы питомника не могли обеспечить малышу должный уход, а в рязанском зоопарке как раз искали еще одного животного. Брать или не брать, сомнений не было однозначно, потому что если бы мы его не взяли, то малышу было бы суждено погибнуть. Новые хозяева мужественно справлялись с трудностями. Самым сложным, наверное, были именно наши переживания. То есть мы абсолютно не знали, что делать, как делать. Очень много консультировались, приглашали регулярно ветеринара. Обезьянка была слишком мала, чтобы питаться самой. Ее кормили по часам из пипетки. Мы установили круглосуточное дежурство, и вот сейчас нашему крохе уже 4 месяца, он кушает самостоятельно, вот, и надеемся, что очень хорошо себя чувствует. Сейчас обезьянка заметно подросла. Во взрослом состоянии самцы вида Беличий Саймири достигают 30 сантиметров. Изящный хвост намного длиннее туловища. За необычную окраску мордочки этот вид называют «мертвая голова». А нашего героя в зоопарке временно нарекли Масей. Однако нужно было придумать постоянную кличку. В социальных сетях начались жаркие обсуждения. Предлагали разные имена, предлагали и различные, скажем так, кошачьи имена. Тимоша, Васька и так далее. Предлагали оригинальные имена, например, Банан. Но пока вот никакое имя не легло нам на душу. Поэтому Саймири все еще Мася. Имя напоминает о том, какой малюткой она попала в зоопарк. Сейчас обезьянка уже кушает самостоятельно, но все равно за ней требуется тщательный уход. Прежде всего, это поддержание чистоты в вольерчике. Кроме того, это временный дом у нашего малыша. Сейчас мы строим ему просторный вольер, где ему будет гораздо интереснее и комфортнее жить. Регулярное и полноценное питание – еще один важный момент. Он обязательно должен получать витамины для того, чтобы он рос здоровым, крепким. Фрукты. Начинаем уже пробовать мясо. Обязательно сейчас он получает молочную смесь 3 раза в день. После сытного обеда, по известному закону, полагается быть еще активнее, чем раньше. Абсолютно неугомонный. Весь день он находится в движении, играет и вечером буквально падает от усталости, засыпает. А вы когда-нибудь задумывались, в какой позе спят обезьяны? Наверное, ближе к коту, да? Он сворачивается клубочком, у него есть постелька любимая. Вот, засыпает, поджимает под себя хвостик и засыпает. На следующий день вновь веселье. Очень активный, очень позитивный, настоящий ребенок. Именно поэтому у Маси в вольере так много игрушек. Это часть от пирамидок, мягкие игрушки, резиновые игрушки. Игрушки мы ему меняем регулярно. Сейчас мы ему строим тоже различные лесенки, качели, чтобы ему не было никогда скучно.
Кроме того, Саймир развлекается общением с посетителями. Ему очень весело, когда подходит к вольеру, он рассматривает с удовольствием. Чтобы Масе в вольере не было одиноко одному, работники зоопарка уже ищут ему подружку. А пока обезьянка довольствуется обществом многочисленных соседей. Ну, ближайшие соседи – это синеязыкий цинк. Это, можно сказать, котенок среди ящеров. Он очень ленивый, такой толстенький, очень любит, когда его держат на ручках, гладят. Очень контактный ящер. Второй сосед – это зеленая игуана, его зовут Огурец. От того, что он такой зеленый, и с другой стороны, потому что любимое его лакомство – это именно огурцы. Еще среди соседей есть хамелеон. Белки-летяги – тоже очень интересные животные, которые вынашивают своих детенышей, как кенгуру в сумке. Здесь лысые морские свинки. И наши звезды – это крыланы, летучие собачки, которые едят с рук бананчики. У них тоже родился малыш недавно. Нильский каймановый крокодил, ну и много других тоже рептилий. Сейчас очень модно заводить дома экзотических животных. Спустя какое-то время крокодилов находят в речках, а змеи по трубам отправляются в гости к соседям. В квартирах живут и обезьянки. На мой взгляд, все-таки обезьяны – это не совсем животные для домашнего содержания. Это связано прежде всего с тем, что обезьяны очень любопытны, очень любознательны. И находясь в квартире, очень легко могут нанести себе вред. А содержать в клетке, в маленькой клетке, как правило, в квартире, это, наверное, не очень гуманно. Но самый лучший вариант для таких животных, конечно, естественные условия. Этот вид вообще обитает в тропических лесах Южной Америки. Селятся они, как правило, около водоемов и живут группами от 10 до 100 особей. Беличи Саймири – очень социальные создания. Они действуют сообща. Даже чтобы согреться, обезьяны могут обнимать друг друга, образуя иногда клубки из 10-12 особей. Но вернемся к нашей Масе, к чудесам и совпадениям, которые связаны с ней. Мы надеемся, что действительно обезьяна у нас появилась не случайно, и Новый год у нас будет таким же активным, позитивным, веселым, как наш малыш. В Новый год желания всех должны исполняться, поэтому мы решили подарить Масе ее любимое лакомство – банан. Живет ребенок, которому очень интересно узнать. Дедушка, дедушка, а на чем ты приехал к нам? Сейчас, внучок, я тебе расскажу о своем сказочном транспорте. Чаще всего путешествую на волшебных санях я. В них запряжена тройка белоснежных лошадей. Зовут их Декабрь, Январь и Февраль. Иногда, чтобы успеть в новогоднюю ночь ко всем ребятам, я использую и собачью упряжку. Как ты понял, я очень люблю животных. У меня дома, в Великом Устюге, даже есть собственный зоопарк. Там живет более 100 видов животных и птиц. Представители русского севера, олени, лоси, медведи и волки – и гости из заморских стран, пумы да верблюды. На этом наш сказочный выпуск подходит к концу. Уважаемые зрители, а мы желаем вам... Желаю, чтобы вы все были здоровы и чтобы... Ну, в общем, вы поняли. С наступающим!